Мы приехали в отель, здесь очень симпатично, и тут настоящее лето. Я очень жалею, что не взяла с собой летние вещи, но я, честно говоря, не ожидала воздуха. Ну, смотрите, как все красиво, все зелененькое. Отдыхающих еще немного. Мне кажется, что самое классное время для отдыха. В отельчике такая вот красивая терраса небольшая, с цветочками. Очень прикольно. И недалеко от набережной. Он довольно маленький, но очень стильный. Давайте покажу, как внутри. Мы пока еще регистрируемся. Здесь бар. Повсюду цветочки, там даже есть угощение. Все уже спустились ехать в больницу, а мне только дали номер. Честно говоря, походу они тут убирали очень быстро. В общем, но все очень симпатично. Для маленькой гостинички, кстати, дав крем, прикольно. Вот, здесь умывальник сразу, видите, есть, кстати, халаты. И тапочки, все есть. Но мне главное успеть переодеться, потому что там лето, а я в темном платье. Так что я буду быстренько-быстренько все это делать. Мы приехали еще в одну клинику от GPDM, только которая находится в Бодруме. Здесь клиника уже давно, и она по большей степени специализируется на онкологии, но сегодня нам расскажут более подробно. Сейчас презентация клиники. Вот эта часть, это эстетическая косметология здесь, ботокс, нам сейчас покажет, расскажет. В общем, тут так приемное отделение, рецепция. Все красиво, тут можно присесть. Очень, кстати, выглядит все красиво, комфортно. В этой части эстетическая косметология, а туда, если влево идти, то там пластическая хирургия. Доктор, с больными она здесь общается. Так, девочки такие девочки. Мы пришли в косметологию и мы будем колоться. Нам просто предложили, действительно, мне хочется сравнить, потому что в Киеве я делала себе и ботокс. Мне хочется посмотреть, насколько разница, во-первых, длительности в периоде. У меня мой ботокс держался всего лишь 2,5 месяца, я делала себе. Мне очень интересно посмотреть на эффект, потому что здесь врачи очень-очень крутые. Так что я решила отдаться в их надежные руки. Вы знаете, я даже не раздумывая согласилась, потому что клиника очень-очень крутая. И, конечно же, мне хочется попробовать. Мы обсудили момент с мимикой, которая у меня здесь выходила, когда мне кололи здесь глазки. И сказали, что нужно просто здесь тоже немножко уколоть, тогда не будет вот этого перемещения. Мышцы тоже тут заблокируются. Так что будем сейчас красотками. Вообще, конечно, врачи говорят, что вы и так прекрасно выглядите на свой возраст, но мы девочки, вы же знаете, мы все равно хотим быть еще лучше. Тем более ботокс я себе уже делала, и мне нравится. Так, Оля тоже будет сейчас проходить интересную процедуру. Да, мы будем носики равнять, еще заполнять. Вот сейчас я покажу, смотрите, вот сейчас это вот так выглядит, и покажу, как будет после. А сейчас анестезия. Доктор, очень приятно. Мне сейчас нанесут анестезию. 15 минут. Это Эмма? Заморозит немножечко Эмма. А носик, видите, у меня тоже горбиночку уберут за счет вот этого.
заполнение. Носики я еще не делала себе. Эллочка уже действует, я чувствую, замораживает меня. Да? Угу. Не бойся. Немножечко потерпи. Мой бинг из ушей чук себе. My girl loves this dancing. Ой, слушай, yes. Ты просто уже сразу видно, капец. Да? Вообще ровненький. Оля, я в шоке. У меня другой нос. Вообще ровненький. Прикинь. Magic. Это магия просто. Magic. Муж не узнает. My husband doesn't recognize me. Не говори, я перевожу, ты молчишь. Вообще, насколько выравнивается, видите, носик, без пластики. Кстати, да, альтернатива. Становится 100% гиалуроновая. 100%. Просто заполняется гиалуроночкой. Аллергической реакции нет на нее. Посмотрите, как меняется вообще лицо. Вот уже носик ровный. Просто без ринопластики, да? Вообще. Ты увидишь вообще. Тот хирург мне спрашивал, не собираетесь делать? Нет. Прицепился ко мне. Вообще носик офигенный получился, ровненький. Посмотрите, какая разница. Мне даже, я вот сейчас смотрю, я не вижу своей горбинки. А ее нет. Идеально смотрится. Diğer hastaya yapacağız kalınlığı. This filler will separate into your muscles in 3 days. So today, tomorrow and other day for 3 days, please drink much more water. Yeah. Короче, видите мой носик? Он будет другой. Убираем, да, это замораживать. Процесс пошел. Какие бычка назовем? Вообще не больно. Какие бычка назовем? Не чувствуешь, да? Ну как, чувствуешь что-то? Хорошо обезболило? Вообще ничего не чувствую. Вообще не больно. Доктор делает инъекцию. Заполняет гиалуроновой кислотой. Ну вообще, да? Ровненький-ровненький становится. Магия. Угу. Правда. Достойная альтернатива операциям. Вообще безболезненная. Результата на год. Мы с Наташей говорим, что прилетим на коррекцию. Угу. Мы пожертвовали обедом, Наташа даже завтраком для того, чтобы вот стать красивыми. Уже девочки. Ну да. Еще чуть-чуть. Сейчас приподнимают кожу. Смотрит врач, насколько ровная линия. Будет сейчас еще чуть-чуть добавлять препарат. Гиалуроночка, поэтому... Сейчас мы это, наверное, чтобы успокоить кожу, снять воспаление, кремик. Вот this... Крем? Арника. Арника. Снимает воспаление. Арника это очень крутое, это заживляющий. Гомеопатия. It's plant. Растение. That's enough. Все, вот показываю. Слушай, ну ровненький, ровненький. I can put some more for her, but I think it's enough. Тоже может чуть-чуть добавить, но говорит, что хватит. This is suitable for her anatomy. Это для твоей анатомии, для строения лица вообще лучше
идеальный вариант. Cool. Не надо больше. Mm-hmm. Так и смотрится естественно. It's natural look. This is Botox. Mm-hmm. Look angry, please. Angry. Angry. Yes. Наташа злится. Сказали сделать злую эмоцию. Sorry. Ну как? It will gonna burn. Одновременно эти процедуры без проблем можно, да, делать? Ай, нам дай я буду уровень. Да, конечно, все сразу. Ух ты, комплекс. Сразу люди прикладывают девочки. Доктор. Again, look angry, please. Look angry. Angry, be angry. Злимся. Relax. Улыбаемся. Где там наши морщинки прячутся? Сейчас мы их... Окей. Оп, сразу приложили. Угу. Охлаждаем, успокаиваем. Очень вот такие прям маленькие кольчики, и здесь вообще не больно. Угу. Ботокс 4. Günde oturacak. Onu biliyorlar. Ya bu çözülse efekt olmaz. Daha erken oturmaz. Ботокс 5 saat dediğim şeylere dikkat etmesi gerek. Doğum istat немножечко посинеет. Ondan inanılmaz. Şimdi göstereceğim ama. Не страшно. Все, процедура закончена. Честно говоря, вообще никаких не было болевых ощущений. И у меня это нормальная реакция на самом деле, что есть слезочки, потому что моя кожа, она очень сильно чувствительная. Доктор немножко переживала, что у меня такая реакция, но я знаю хорошо свою кожу, и это нормально. Вот, отечность пройдет в течение нескольких дней, завтра пообещали нам перезвонить, узнать, как самочувствие. Чувствия, в общем, будем наблюдать. Но носик стал намного ровнее. Это просто магия на самом деле. Наш обед. Я буду пить колу и вот такие вот роллы с курочкой и водичка. Доброе солнечное утро. Тихо, тепло, птички поют. Прям лето такое, не хочется уезжать домой. Сейчас пойдем позавтракаем с Олей, я ее дождусь, и пройдемся хотя бы по набережной, прогуляемся, посмотрим, как здесь красиво. И скоро у нас уже трансфер в аэропорт, мы будем лететь сначала до Стамбула, а уже потом будем лететь обратно домой в Киев. Интересное путешествие. Хотелось бы, конечно, еще, знаете, денек хотя бы отвезти на отдых, потому что был такой информационный интенсив. Но здесь так красиво, что хотелось бы вот прям релакснуть немножко. Я прям сейчас сижу, наслаждаюсь. Очень классно. И уже действительно наступает сезон. Нам сказали, что вот с мая уже начинают приезжать туристы. То есть открывается сезон. О, очень классно. Но мне нравится вот именно вот в таком состоянии курорт, когда еще нет людей. Ничего не напрягает, погода классная, еще нету прям такой сильной жары, нет толпы. В общем, очень прикольно, поэтому мы обязательно сейчас прогуляемся. Конечно, впечатление от клиники... Ну, я под впечатлением, что я могу сказать. Врачи и те операции, которые они проводят, насколько у них все разнопланово и проводятся реально сложнейшие операции. Люди едут со всего мира, и у них, конечно, лечение онкологии и диагностика правильная и очень точная на высшем уровне. У нас, к сожалению, именно вот такого уровня нет клиник в Украине. И, ну, есть с чем сравнивать, и, конечно, здесь все очень круто. По поводу вчерашней процедурки, у меня вот только здесь синячок. Я думала, что будет очень сильно видно синяк на межбровке, но нет, и все очень классно. Привет! Здорово! Оля пришла, так что мы идем завтракать. Я тут так наслаждаюсь, так классно. Солнышко, я бы тут порелаксировала часок-другой.
очень клево. Ладно, мы пошли. У нас очень колоритный, симпатичный отель. Я бы сказала, даже, знаете, как очень стильно все. И посмотрите, как оформлен завтрак. Как оформлено все красиво. Очень стильно. Вот такой у нас выбор на завтрак. Джемики, кстати, вот эти очень люблю. Круассаны. И здесь вот такие закуски. Типа салатиков. Яички вареные. Они создали идеально для фотографии. Да. Для съемки, я думаю. Так. Смотри, клубничка. Обалденно. Там вот соки, да? Йогурты. В общем, приятного нам аппетита. Наш завтрак. Все очень так красиво и реально здоровое питание. Mm-hmm. Ну, вот это, конечно. Не особо, да, здорово. Ну, когда ты вкусно. Убираешь, вот, вот, покажи, покажи, покажи. Тортик. Ну, я тоже потом попробую. Ну, я так поняла, это типа с яблочками. Угу. Такой типа яблочный, да, пирог. Угу. Ой, я хочу. Мы взяли кофеек с молочком, я буду. И вот тут в основном салат. Микс. Яблочко. Здесь я пью кофе, кстати, и все ок, меня не колбасит. Так что кофе здесь хороший. Приятного. Здесь безумно красиво, мы прям фотографируемся у каждого куста, не можем дойти к воде, потому что каждый кустик, лимоны, цветы, домики, все реально в греческом стиле очень красиво. Это вот набережная, мы сейчас идем к Марине. Возле лодочек, думаю, тоже будут красивые фотографии. Наконец-то мы идем к водичке, солнечно, так? Наконец-то мы гуляем. Наконец-то мы бежим. Да, никуда не едим. А тут, наверное, торговый центр какой-то. Типа кафешки, да? Да. Опа, сейчас. О, тенек. Класс. И собачки тут такие классные. Шобака, привет! Эй! Я так люблю собачек. Я обожаю. Ты красивый такой. А вот это вот мой рай. Бесконечно. Я еще все тешу себя надеждами, что я смогу еще на лодочке, на яхте поотдыхать. Это очень крутой вид отдыха. И один раз попробовав, вы точно... Один раз попробовав, вы захотите еще много-много-много-много. Мне реально очень похоже на Грецию. Очень. Вот такую Турцию я не знаю. То есть Турция у меня совсем другая в моем представлении и в том, что я видела. А здесь маленькая Греция. Удивительно. Позади меня уже просыпается городок. Буквально полчаса назад было тихо, спокойно. Сейчас уже много мотоциклистов, много машин. Но все равно сейчас еще как-то так комфортно и спокойно. Людей немного. В основном местные и люди с яхт. Не хочется возвращаться в рабочие будни. Хочется немножко отдохнуть, расслабиться. Здесь такое место, что оно способствует этому. Кстати, мой ботокс уже взялся. Чувствую хорошо лобик. Есть небольшая отечность на носике. Особенно вот справа видно, но я думаю, что в течение нескольких дней оно встанет все на место и будет вообще прекрасно. Вот глазки, лоб, все взялось. Чувствую уже мышцы расслабленные и морщинок вообще нет. Покажи, какой ты. Симпатичный, такой, как мы сфотографировались. Классненький, да? Сейчас. Я просто увидела его. О, красивый, да. Это память. Да, красиво. Будет ей. Мы хоть и правильно идем? Или мы как наш таксист? Хорошо, что нам не надо бежать. Здесь одностороннее движение, потому что улочки очень маленькие. И вот мы вчера с таксистом ехали в отель. Он промахнулся, куда-то не туда заехал. И мы делали огромный крюк, чтобы вернуться на правильный путь. Потому да. Что здесь одностороннее движение. И все. Заехал не туда. Грубо подумала, что мы просто чухаемся в номере, собираемся, не знаю, там делаем профессиональный мейкап, может, примеряем свадебные или вечерние платья, но нет. А мы просто кружились. Мы просто кружились, да, по городу, по кругу. Мы летим домой. Слава Богу, Киев, день. Мы так устали.
честно, у меня немного вываливает вот эта вот вся часть. Тоже, наверное, не важно. Я так хочу прилечь и выпить ними силу. Но у нас, кстати, очень классный самолет. Я, наверное, ну, да, мы сюда приедем. Я первый раз на таком лечу. Я тоже. Сейчас покажем. Он огромный. Мы вообще сидим вдвоем. Привет, ну что вы там? Вот. То есть у нас с нами рядом никто не сидит, и получается, что там вот идет следующий ряд и три ряда, да, посерединке четыре места и по краям по два места. Очень вкусные сэндвичи дают. Да, они выбирают горячие с сыром, соусом. Это тесто такое только. Только еще с оливками. В общем, очень вкусно. Я взяла еще айран и я смотрю фильм. И реально время интересно. Уже час пролетел. Классно. Скоро будем дома. Ура! Дома! Все, спасибо, что были с нами. Спасибо, спасибо, спасибо. Да. Пока-пока! What's up on the streets and kept the bag in my pocket like a rolly, yeah, I go slowly.